Скажи пацанам, зачем оно тебе надо? Я не могу понять. Ну, давно увлекался этим. Вот, вот и решил себе собрать чуть-чуть, так сказать. Ярый, ну не то что ярый, так. Лютый, любительский. Ярый, братан, не надо этого. Собрались бандой, сейчас будем снимать видосик. О, Шарханчик, братан. Аккуратно, братан. Шархан. Привет всем нашим подписчикам, привет всем самым громким и любителям громкой музыки. Сегодня мы собрались своей бандой, нашим клубом Крибас Саунд. Правда, здесь не все ребята, у кого-то не получилось приехать, кто-то на работе, у кого-то там какие-то обстоятельства. Да, сегодня мы собрались, сейчас снимем по чуток каждой машины, да, поснимаем, покажем, что за система, да, стоит и не понятно. Стоит. Друзья, всем привет! Сегодня мы собрались с нашим клубом Крибас Саунд снять такой ролик для вас, показать все наши машинки. Конечно, не все сегодня ребята смогли приехать, потому как кто-то на работе, кто-то по семейным обстоятельствам не смог приехать. Но сегодня мы собрались, пол клуба точно есть, там машин 20. Сейчас мы по каждой машинке пробежимся, покажем системку, запилим вам ролик в YouTube, потому что вам интересно всегда за нами наблюдать, и мы для вас стараемся. Так что полетели. Немного дачи, это вторая наша студийная машина. Снимай, снимай этого сними Додика. Его, вот сними его. Вот этого Додика снимай. Берите. Короче, пробежимся немного по системе. По фронтухе у нас стоит 6 пар Solo Neo 8, 4 пары лютых твиттеров, X37 Neo. Головное устройство это Pioneer 80. Фронт у нас качает Sound Digital 5 кВт. Пищи качают 460 Dynamic State. Пацаны уже начинают валить. Полетели дальше. По сабовому звену у нас 3 пятнахи Bass Space Англия. И вот такой вот шикарный трил. Это 10 пар DL Audio. Тут тоже их качает Dynamic State 5 кВт усилитель. Покажи оформление в салоне. Это все было собрано спонтанно, быстро. Сделаем потом отдельный такой ролик на YouTube, обзор полностью системы. Ну, собрано, инсталляция, конечно, печальная. Собрано было все за 2 дня, потому как спешили на сходку и все быстренько собрали. Сейчас пробежимся по всем остальным машинкам, познакомлю вас с ребятами, так что полетели. Это Виталий, владелец автомобиля. Скажи, пожалуйста, пацанам, почему ты решил собрать себе громкую тачку вообще? Потому что штатка не вводит. Короче, было принято решение собрать просто громкую машинку. Ребят, у нас по фронтухе 3 пары шестнарей. Это бюджетные DST-шки. Топовые пищалки 37 Neo, такие как и у меня. Kenwood процессорный стоит. Качает это все дело усилитель. AudioBeat 4.200 фронт. На пище у нас AudioBeat 275. И сабовое звено это Greenfone. Грифончик 1,5 кВт. И вот такая вот DST-шечка. Вот такого оформления. Собрано оно уже было где-то, я не знаю, полгода назад. Валит стабильно. Это Иван. Или Борис. Никто не знает, как его звать. Как тебя зовут? Скажи, пацан. Загадка. Никто не знает, как звать его. Он говорит, одним говорит Иван, другим говорит Борис. Короче, у нас недоделанный проект. Проект в работе. Это 3 пары Solo Neo 8 будет, Solo 8 будет. Пищалки тоже 37 Neo будут, киксы. Головное устройство у нас 520 Pioneer. По сабовому звену у нас сейчас стоит, это 2 двенашки DST-шки. Фронт у нас сейчас качает 2-киловаттник Атом, каждая дверь по 2-киловаттнику. На пищалочке будет DST-460. Ну а сабовое звено у нас сейчас AudioBeat 2-киловаттный. Звено все меняется,
Потому что что? Потому что тесты. Взрослому человеку этот автозвук. Начал я делать еще, когда был не взрослый, но уже повзрослел. Короче, ребят, все мы любим автозвук очень сильно и строим громкие тачки. У Сани 4 пары шестнарей, качают это все дело. Pride XL, 2 пары твиттеров, пара в стойках и пара в дверях. На твиттера у нас стоит Kicks и сабовое звено. Вот, обойди. Сабовое звено, это у нас циклон пятнаха и качает мачете 2-киловаттный. Вот так вот. Который нам помогает выйти из сложной ситуации. Короче, у Юры 3 пары 20-х. DST качает 3 пары 20-ок, Kicks Headshot 1800, 2 пары стритовских твиттеров, которые качает Prology, и сабовое звено, это 12-ка DST-шка, качает двенашка стритсаунд, качает это все дело AudioBeat 300.1. Юр, скажи пацанам, зачем оно тебе надо, я не могу понять. Давно увлекался этим, вот и решил себе собрать чуть-чуть, так сказать. Ярый, ну не то что ярый, так. Лютый. Любительский. Ярый. Братан, не надо этого говорить. Переснимай. Любитель эстрадки, парень обожает эстрадку, эстрадка живет. Перебрал уже не одну пару динамиков, сейчас у него в дверях стоят Ruby Voice. Solo Eva. Ой, Solo Eva, извините. Solo Eva, стритсаунд твиттера. Неодимов пионерчик старенький, двудинка, качает это все дело. Фронт качает у нас DST-шка 450, сабовое звено, это Рифон 1,5-киловаттничек и MT-12 сабик прайдовский. А на твиттера у нас DST 2.80. Короче, Санек лютый парень, вообще ярый, обожает эстрадку, говорит, SQ это дно, эстрада валит, царь. Ну скоро, наверное, ты будешь себе ярый проект собирать, да? SQL. Сука. SQL, да? Да. Красавчик. Владелец автомобиля Витек. Это уже не первый его громкий автомобиль. Изначально у него была громкая Кенга. Сейчас он взял себе дачу. Кстати, у меня такая же самая. И тоже решил построить себе громкую тачку. Тут 4 пары Fatal, 8 FE200, 2 пары DL Audio, 2 пары твиттеров DST-шных. Головной срост это Pioneer 580. И сабовое звено у нас. Сабовое звено это 2 двенашки Kicks Tornado, 2-киловаттные двенашки. Тут оформление он еще не сделал, да, машинку только купил, собрал по-быстрому. Это у нас SD-шка 2 киловатта на сабы. На пищи у нас дуэ и на твиттера у нас, ой, на фронт у нас что там Hi-Phonics. У нас Hi-Phonics, да, Hi-Phonics стоит. Вот такой вот, вот такой вот злой проект, злая дача. Сколько охоты, кстати, приехал, чтобы снять видос. А тихо с охотой и проехал нам. Очень-очень лютый проект. Головное устройство 80-й Пионер, 2 пары даймондов, пара неодимовых DST-шек, рупоров. Даймонды у нас качает Атом 1000.2. Твиттера у нас качают Аватарчик. И сабовое звено это HP МТ-шечка, МТ-шка пятнашка и качает аватар 2-киловаттный. Вот такое здесь оформление, фальшик. Ну, карты есть уже другие, уже будет скоро. Сколько там пар? 6? 6 пар 20-ок будет. Нормальные будет 20-ок. Дачу мы нахуй порвем, сука.
это просто боксер, это машина, которая создана для убийств. Вот, кстати, его инстаграм, подпишитесь, пожалуйста. Одной буквы нет, буквы одной нет. Ничего страшного. Короче, ребят, это громкий-громкий аккорд. По системе у нас стоит 4 пары рубиков, 6 нарей. Твиттера у нас тоже прайдовские. Головное устройство 520-й пионерчик, спрятан он там вот в нише. Покажи, как там аккуратно все оформлено. Штатка осталась, а внизу стоит. Можно вот так вам закрыть без всяких все. Приколов. Так. Давай дальше. Полетели дальше. Сними полочку. Фронт у нас качает. Рубики у нас качают, это Dynamic State AB-класса 4.250. Сабовое звено, это 2-киловаттный аудионова 2-киловаттная, на пище у нас DLS. И сабовое звено, это у нас пятнаха Pride MT-15. Короче, тачка валит, Тимурчик на работу каждый день ездит, валит. Ну, он уже не молодой тоже, вы видите, уже. Ой, человек в возрасте. Только у меня и у Майкла Джексона. Человек в возрасте. Скажи, зачем, брат, зачем тебе это? Все кончено. Связался с такими людьми, ездил на SQ системе, связался с громкими пацанами. Эстрада — это же дно. SQ надо собирать. Ну еще годик-два и все перейдут на SQ. Я шучу, пацаны. Живите громко. Живите громко, ставьте эстрадку. Полетели дальше. На барабанах, так и в тачке. Так, ребят, по системе у нас 4 пары Fatal Pro, 8 FE 200, 2 пары твиттеров прайдовских, головное устройство 520 Pioneer, фронтуху качает у нас Fatal, 4 пары качает DST, 4 160.4, на твиттера у нас 90.4 Dynamic State, и сабовое звено, это Двинаха, Кикс, ZT12M, по-моему, если не ошибаюсь, и 1,5-киловаттный грифончик. Вот такое вот оформление. Машинка стабильно ездит, каждый день валит. Давид, скажи пацанам. Крикбас Саунд делает вещи, я доволен. Катаюсь, пока не было нареканий, все супер. Короче, обращайте. Пардон. Так, что, давай. Рамчик, это человек, который без хайпа жить просто не может. Хайп — это его. Короче, это 9.9, громкая 9.9. Она уже строится у нас на протяжении года, наверное. Сейчас по фронтухе у нас 4 пары Fatal Pro 8 FE 200, 2 пары лютых твиттеров от компании Street Sound неодимовых. Головное устройство — это у нас 520 Pioneer. Качает это все дело у нас. Твиттера у нас качает булава. И DD Audio у нас качает фронт. Сабовое звено — это у нас 2 пятнахи Bassface отреконенные, потому как были поломанные дифы, пришлось отремонтировать сабы. Так, на сабовое звено у нас стоит усилитель 8-киловаттный, 7900, это апокалипсис, вот он. И как же без железофосфата, лютое питание. Генератор, кстати, 180, вот такой вот гроб на весь багажник, но задние спинки закрываются и можно работать такси, таксовать. Кстати, кто ездит в Кривом Роге на такси, подпишитесь на малыша, вызывайте, он вас громко может покатать. Да, оформление еще доделывается. Скажи подписчикам пару слов. Пару слов? Да. Пацаны, трахаем тишину. Это братуха, это, пацаны, это машина для убийства. Это качок, который меня, можно сказать, тренирует. Машина. Короче, громкий витоз. По фронтухе у нас
стоит три пары шестнарей Ultimate Audio, качает это все дело Audio System 160.4, лютая твиттера DevBones T35, которая, вот не помню какой юз на твиттера стоит, сабовое звено, это у нас две двенашки, тоже Ultimate Audio, качает это все дело Аудиопад 1800, тачка валит, кстати, очень лютые динамики, очень громко играют, для такой системы вообще просто супер, реально удивляет людей. Коля, ну что, когда S-ку будешь заряжать? Ну, ребята, мы думаем, в ближайшее время, может, все-таки еще, мы сделаем еще одну машину, соберем очень сильный проект, я думаю, очень достойный будет. Да? Да. Будешь S-ку собирать? Ну, я думаю, скорее всего, не скорее всего, думаю, да, так что, ребята, будьте с нами на связи. Подписывайтесь, живите громко. Да. Кайфуйте по жизни и живите громко. А спортом там заниматься? Не, ну спорт это такое, ну отдых. Отдых, да? Да, отдых. Пиво, да? Не-не-не-не, отдых нет. Не-не-не. Все, ребят, удачи вам. Исполняю вообще просто по красоте. Просто чемпион своего дела. Короче, Витаха собирает проект сейчас. Машинка только строится. Это три пары 25-х даймондов. Головное устройство это 520-й Пионер. По сабовому звену это HP-ха 15-я, качает грифон 1,5-киловаттный. Ну а фронтуху сейчас пока стоит одна пара 25-ок, качает там обычный там, 4-канальничек мостами. Ну потом будет какой-то лютый юз, все соберется, обошьется, сейчас только карты накинул. Да, я думаю, к сезону Витаха соберется, потому как, ребят, я еще хочу всем напомнить, не все так сразу быстро собирается, как вы думаете, оп, собрались, потому что все это, скажем так, недешево, да, все ребята собирают все, грубо говоря, практически все постепенно. Наворовали, купили. Все, короче, пацаны. Инакше не будет, брат, очень-очень крутой крафтер. Стас на нем каждый день работает. Машина рабочая, там не просто повыделываться, поехать, повалить. Тачка каждый день работает, но тем не менее тут очень крутая система. Это две пары 25-ок даймондов, качает второй концерт. Лютые твиттера от компании Dynamic State, качает Quattro Plus мостами. Также тут стоит Prytem T15. Вот так вот была вырезана перегородочка, все укрепили, усилили. Этот 15-ку у нас качает концерт третий. Головное устройство это у нас Пионер 520. Кстати, в системе очень много метров тупо просто самых дорогих кабелей. Ну, реально очень достойная система. Тачка валит стабильно, уже просто целый сезон отбомбила на ура. Стас, как тебе машина вообще? Спасибо. Как ты доволен? Доволен да, или ну, конечно, нет? Доволен. Ну, блин. Короче, у Стаса еще есть у жены джип. И они приняли решение, тоже будут собирать громкий проект. Да, было такое дело? Было. Так что собирайте бабки. Собирайте бабки. Короче, вот так вот, ребят. Просто огромнейшее количество людей в нашем клубе. Очень много громких машин. Сегодня приехали не все, но, скажем так, большая половина здесь.
Друзья, всем привет! Сегодня мы собрались нашим клубом. Привет всем нашим подписчикам, привет всем самым громким и любителям громкой музыки. Сегодня мы собрались своей бандой, нашим клубом Крибас Саунд. Правда, здесь не все ребята, у кого-то не получилось приехать, кто-то на работе, у кого-то там какие-то обстоятельства. Да, сегодня мы собрались, сейчас снимем по чуток каждой машины, да, поснимаем, покажем, что за система, да, стоит. И не. Всем привет, ребята! Сегодня мы собрались с нашим клубом Крибас Саунд. Нет, хуйня. Вот так как ты поделай, блядь, там. Есть там что-то. Ребята, день рождения, Серега. Это так, как вот у гусака то. Сейчас. Он за красный, нахуй. Привет любителям громкой музыки, нашим подписчикам и вообще заебательским потом. Да я снимаю. Привет, ребят, сегодня мы собрались с нашим клубом. Всем привет, сегодня мы собрались.